Традиционно в четвертое воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают люди, работа которых заключается в создании комфорта для горожан и повышении качества их жизни. На днях в Самаргонском ЖКХ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Для нас давно стали привычными коммунальные блага. И мы даже не задумываемся, какого труда стоит стабильная работа коммунального хозяйства. Благодаря усилиям работников ЖКХ сегодня тепло в домах и уютно на улицах города. Коммунальные службы в значительной степени влияют на развитие экономики страны, благосостояние людей, их здоровье, а порою даже на их настроение. Работники Самаргонского ЖКХ благоустраивают и украшают наш город, создают комфорт и уют для его жителей, отвечают за чистоту и порядок без скидок на капризы природы, времена года, праздники и будни. Жители составляют наше предприятие 46 человек. Сегодня все можно делать, есть хорошая команда, хорошие люди. А я считаю, что на предприятии работают сильные специалисты, умные люди. Приходит молодежь, остается здесь. Мы даем им хорошие условия для того, чтобы остались. Что возможно, помогаем, поддерживаем, подставляем плечо. Потому что в свое время нас учили. И хочется как руководителю поблагодарить всех работников жилищно-коммунального за ту работу, которая делалась на протяжении прошлого года. Те задачи, которые были поставлены, они в основном выполнены и выполнены качественно. А сегодня выполнение качественно нашей услуги, это оценивает население. Если у населения хорошее настроение, когда утром поднимается, есть горячая вода, холодная вода, и на работу идя, нет скользких пешеходных дорожек, почищены дороги, то это самое главное настроение населения. И население сделает оценку, что сделано по прошлому году и как мы это делали. Так что всех праздником крепкое здоровье, тепла, добра. Самое главное, чтобы было мирное небо над головой. С профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства поздравил председатель Самаргонского райисполкома Геннадий Харужик. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. От всей души желаю вам стабильной и эффективной трудовой деятельности, мудрости и преодоления трудностей, выдержки и финансового, конечно же, благополучия. Удачи, здоровья, оптимизма, конечно же, мира. И всего хорошего. С праздником! Благополучие каждого дома, каждой семьи, положительный имидж всего Самаргонского района во многом зависит от профессионализма и порядочности работников жилищно-коммунального хозяйства. О том, что на предприятии работают именно такие люди, говорит количество наград различного уровня ведомственной подчиненности, врученных на мероприятии. Почетные грамоты и благодарности получили лучшие работники отрасли. Не обделили вниманием на мероприятии и молодых специалистов. Поздравления, цветы, аплодисменты, музыкальные подарки от артистов Самаргонского района. В этот день все было для виновников торжества. Я работаю на предприятии более 38 лет. Для меня эта награда – это гордость за себя, за свой коллектив. Проработав столько лет, я отработала 20 лет, я сюда привела своего сына на работу. Уже сын тоже более 18 лет трудится здесь электромонтером. Моя работа – это мой второй дом. Мой коллектив – это моя вторая семья.